Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Honor 20E, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе включить управление при помощи жестов. Для этого нам нужно зайти в настройки и выбрать пункт «Система». Дальше нажимаем «Системная навигация» и ставим галочку возле жеста, после чего мы можем здесь еще пройти обучение по жестам, увидеть, какие жесты есть, что они делают, и нажав на кнопочку «Попробовать жесты», нас обучат возвращаться обратно, научат открывать меню недавних приложений, научат возвращаться на главный экран и так дальше. На этом все. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго. До свидания.